Привет, друзья! Шведская компания Jetson объявила о начале серийного производства летающего электробайка Jetson One для хулиганов и любителей полета. В октябре прошлого года компания начала принимать заказы на летательный аппарат, и почти сразу они все были забронированы. По последним данным, спрос оказался ажиотажным. Запланированный на 2022 год тираж тоже уже распродан. Летающий байк или электрокоптер, что это трудно сказать, позиционируется как летающая машина для хулиганов и дает экстремальное ощущение полета. Необычный летающий аппарат стоит всего 92 тысячи долларов, и летать на нем можно без лицензии пилота. Для этого машину и создавали. Корпус Jetson One чем-то похож на корпус гоночного болида. Сделан он из алюминия и углепластика. Летающий байк имеет 8 электрических двигателей и может развивать скорость до 102 км в час. Она ограничена электронно. По отзывам, научиться управлять им можно всего за 5 минут. Для управления используется 2 джойстика. Конструкция Jetson One предельно упрощена. Здесь даже нет приборной панели. Ее заменяет смартфон пилота. Потолок высоты полета 500 метров. В аппарате установлен лидар, который при критической низкой высоте автоматически замедляет скорость аппарата. Длительность полета всего 20 минут на одном заряде батареи, но производитель обещает улучшить этот показатель. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветимся.